Татарский драматический театр открыл новый сезон на старой сцене в последний раз. В следующем году ожидается переезд коллектива в новый дом. Собственное здание, которое расположится в театральном парке Бибишева на Зябе. Его открытие планируется в декабре 2020 года. Тогда же театр отметит свое 30-летие. О планах на начавшийся и следующий творческий сезон, а также об изменениях в театральной жизни мы поговорим сегодня с директором Набережно-Челнинского татарского драмтеатра, заслуженным работником культуры Татарстана и России Рашатом Физрахмановым. Рашат Фаисханович, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители и гости нашего города. Сезон только открылся, зрителям уже удалось увидеть несколько постановок премьерного спектакля. Какова была их реакция, какое настроение у труппы? Настроение и труппы, и зрителей очень хорошее. Как вы уже говорили, этот творческий сезон, он предюбилейный. Действительно, 30-летие впереди у нашего театра. И, конечно же, у зрителей настроение очень хорошее. Хорошее, потому что, во-первых, мы их обрадовали новой постановкой. По пьесе Яксуфа Фашафикова мы поставили очень хороший, насыщенный, богатый спектакль, очень серьезный спектакль «Прощание с Агидылью». А каков он зритель ваш? Как его можно описать? И модно ли сегодня ходить в татарский драматический театр? Вот очень правильный и интересный вопрос. Сегодня очень многие русские ходят в татарский драматический театр. Мы расширили репертуар нашего театра. Мы начали обратить внимание произведениям русских, зарубежных, ну и, конечно, татарских драматургов. У нас очень много обширных таких постановок именно мирового значения, европейского значения. Среди них есть и зарубежные драматурги. Конечно же, челнинский зритель, он с каждым годом становится все театральнее. И сегодня очень много молодежи в нашем театре, и с появлением тем более нового оборудования, переводного устройства. И потом стало хорошей, доброй традицией. Сегодня молодые покупают в качестве подарка уже не какие-нибудь там магазинные подарки, а именно театральные билеты на свадьбу, там, на день рождения матери, отца, бабушки. И это для нас очень приятно. Какие еще спектакли вы планируете поставить в этом сезоне? 2019 год по указу президента Российской Федерации, он является годом театра. И, конечно, требования со стороны Министерства культуры Республики Татарстан и Российской Федерации государственным театром сейчас стало более жестче. Мы сейчас все театры должны составить и поставить уже свои репертуарные планы на несколько лет вперед. Исходя из репертуарного плана, естественно, формируется уже финансирование, постановочная работа этих спектаклей. А насколько это удобно для театра? Это очень удобно. Мы заранее уже будем знать пьесу какого автора мы будем ставить. Мы уже заранее будем знать, во сколько этот спектакль обойдется и какие артисты будут задействованы в этом спектакле. Если, значит, там очень много молодежного состава, конечно же, мы будем думать уже о пополнении нашего театра. А что касается нашего театра, у нас в репертуаре сейчас 32 спектакля, в том числе 6 детских спектаклей, а остальные разножанровые. Там есть и комедии, там есть мелодрама, там есть трагедия. Так что для любого зрителя у нас есть по вкусу любой спектакль. Это ваш последний сезон в старом здании. Уже в следующем году планируется переезд здания на Зябе. Ведется ли какая-нибудь подготовка к новому месту, к переезду сейчас? Ну, конечно, такие масштабные события никак они не могут без подготовки. Естественно, мы сейчас уже на 2020 год составили репертуарный план, отправили на утверждение Министерства культуры, мы уже получили одобрение. Конечно же, мы 30-летие нашего театра планируем открыть на нашей сцене, в новом здании. И эта постановка будет, конечно же, в первую очередь, это классика татарского драматурга. Это по масштабу не меньше, чем, скажем, Карима Тинчурина «Зангар Шаль». Вот такой масштабный спектакль. Пока держите в секрете, ну, да? Я не скажу, что мы пока держим в секрете. На сегодняшний день уже спектакль уже он определен. Ну, я думаю, пусть интрига перед зрителями чуть-чуть останется. Желаю вам еще больше громких аплодисментов в новом сезоне, чтобы все постановки реализовались. Спасибо за беседу интересную. Спасибо вам. До новых встреч.
Я напомню, сегодня у нас в гостях был директор Набережно-Челнинского татарского драматического театра, заслуженный работник культуры Татарстана и России Рашат Физарахманов.